Всем привет и приветствую вас на очередном уроке оригами. В предыдущем уроке мы создавали одинарную хлопушку из бумаги. Но в этом уроке мы будем создавать двойную хлопушку из бумаги, которая будет в два раза мощнее, чем первая. Итак, приступим к ее созданию. Нам понадобится обычный двойной лист из тетрадки, как и в предыдущем уроке по созданию одинарной хлопушки. Итак, берем, открываем нашу тетрадку и вырываем двойной лист. Итак, вырвали, тетрадку выкидываем в сторону, она нам не нужна. Итак, раскрываем наш лист бумаги таким вот образом и сгибаем его пополам. Так, и проглаживаем пальцами. Таким вот образом. Раскрываем наш лист бумаги. И также, как в предыдущем уроке по созданию одинарной хлопушки, сгибаем вот эти все углы до вот этой вот линии. Итак, согнули, вот что у нас должно получиться. Итак, в предыдущем уроке мы сгибали наш лист бумаги вот эту вот сторону, как мы помним. А теперь мы будем сгинать наш лист бумаги вот таким вот образом налево. Вот что у нас должно получиться. Теперь сгинаем наш лист бумаги опять же пополам вверх. И проглаживаем обязательно пальцами. И теперь нам осталось только сделать карманы нашей хлопушки. Мы переворачиваем лист бумаги вот таким вот образом, чтобы было нам удобнее. И мы видим, вот здесь есть у нас такие вот карманчики. Мы засовываем туда пальцы и разравниваем наш карман. То есть вот этот вот центр мы должны сопоставить с вот этим вот центром. Таким вот образом. Хлоп. И обязательно проглаживаем пальцами. И вот что у нас должно получиться. Итак, мы закроем наш карман. Есть. Теперь нам осталось сделать последний наш карманчик. Также засовываем вот сюда вот пальцы. И вот таким вот образом раскрываем наш карман. Так. И обязательно проглаживаем пальцы. Так. И теперь все. Сложим нашу хлопушку. Последний карман заворачиваем. Есть. Проглаживаем все пальцами аккуратненько, чтобы оно у нас выглядело хорошо. И вот, в принципе, наша хлопушка готова. Вот как мы видим, есть у нас тут два карманчика, а не один. Я сейчас покажу, как оно выглядит. Вот у меня есть также одинарная хлопушка. Вот, как видите, у нас есть тут один карманчик. Вот мы ним хлопаем, и один карманчик у нас вот таким вот образом раскрывается. Вот. В случае с двойной хлопушкой, вот как в этой, например, у нас есть тут два карманчика. Вот как мы видим, если мы откроем, у нас тут два кармана. На кобру больше похоже, я бы сказал. Мы видим, что тут у нас есть два карманчика. Когда мы хлопаем, они у нас открываются, и звук уже более идет не от одного, а от двух хлопков. То есть хлопушка у нас будет мощнее, чем наша первая, как мы видим. И вот наши хлопушки готовы. Итак, с вами был Влад, прощаюсь с вами, не забудьте подписаться на мой канал и просматривать мои видео. И до новых встреч, пока!